В общем, все мертвы. А давайте начнем сначала. Сейчас всех познакомлю. Джесс, Фрида, это мой друг детства Коди. Привет. Вик, моя правая и левая рука. Идеально. Том. Здрасте. Кто это сделал? Фрида, Сара, Сара, Фрида. Классный маник. Спасибо. Наш вундеркинд. Хезер, Камила. Привет, как жизнь? Хезер, кто это? Мы летим на мой остров на пару дней. Хотите с нами? С ума сойти. Мы только что прилетели на частный остров с кучей незнакомцев. Он не незнакомец. Он король Слейтер. Скажите, отрываемся по полной! Отрываемся по полной! Как вы, хороши? Чудесно. Мы пьем шампанское, пробуем потрясающее блюдо. А жертвоприношение до или после ужина? Легендарные вечеринки короля Слейтера не такие, как я ожидала. Мы веселимся. Просто чуть по-другому. В каком смысле? Телефоны! Че, серьезно? Вы не обязаны, если не хотите. Мне здесь очень нравится. Но одновременно есть такое чувство, что... не очень. Где мой нож? Кто взял мой нож? Что у тебя с глазом? Че? А, да, кошмар! Что-то странное тут происходит. Все смеются и улыбятся, будто стюардессы. Вы хорошо проводите время? О, да, прекрасно. Ты не видишь? С этим местом что-то не так. Где Джесс? Какая Джесс? Моя подруга жила в соседней комнате! Проснись! 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 Мы забываем все больше с каждым днем. Но как это возможно? Нам подливают что-то. Вот все. Выясним, что тут происходит. Моргни дважды, если я в опасности. Ой, давайте, пожалуй, замнём это.